Ребята, всем привет! И снова с нами наши любимые питомцы Том и Анжела. Сегодня у наших героев, как всегда, запланирована целая куча дел. Но прежде чем приступить к делам, нужно сначала привести себя в порядок. Эй, Том, ты чего там так долго застрял? А ну-ка, поторапливайся. А, ребята, вы заметили, что наш Том вот-вот перейдет на новый уровень. Ну а мы ему в этом немножечко поможем. Давайте его искупаем. И оба-на, наш Том перешел на новый 54-й уровень. И ему в подарок 310 золотых монеток и открыта шерсть грязь или шерсть камуфляж. А наш Том нам намекает, что очень проголодался. Накормим мы тебя обязательно, только сначала переоденем. Да, кстати, ребята, наши герои сегодня с утра отправятся в библиотеку. И что может быть лучше, чем наряд дроид? Сейчас мы его отыщем и обязательно оденем Тому. Ну а Анжела сделала легкий неброский макияж. Да, и мы нашему Тому еще одели очки ботана. Вот такой вот получился у нас ботан, который захотел на завтрак хинкали. Но Анжела наша отправляется в гардероб. И мы, конечно же, оденем ей наряд ботаника. Ну а теперь быстренько за стол. Помните, наш Том очень хотел хинкали. Давайте ему их дадим. Ну а Анжеле дадим вкуснейший гамбургер. Правда, они замечательная парочка. Так, ну а я что-то не могу отыскать для нашей Анжелы стаканчик молока. Придется отправляться в магазин. Так, возьмем Анжеле с запасом пару стаканчиков молока и немного печенья. Ну а нашему Тому на закуску мы дадим кусочек клубничного торта, который он так любит и обожает. Ну а Анжела после еды, как принято, отправилась почистить зубки, в то время как Том безуспешно попытался посмотреть телевизор. И хоть с телевизором у него ничего не вышло, но зато в подарочке он выиграл один кристаллик. Ну а наш Том, долго не раздумывая, отправился в дорогу, в то время как Анжела немного побудет на террасе. Кстати, ребята, я думаю, пора ей изменить ее подводный мир и вернуть ей весну. Вау, да нашей Анжеле тоже подарочек. Давайте посмотрим, какой же. Так, один кристаллик. И это хорошо, ведь наша Анжела очень любит кристаллики и бриллиантики. Вот бы ей такой огромный, как у Тома лежит в гостиной на полочке. Ну а наша Анжела решила побороться в библиотеке с вредителями желея. И пока наши герои будут заняты, для вас, ребята, прозвучат приветики. Огромный привет от канала «Страна Игрляндия» звучит Волковой Валерии, Артуру Цой, мисс Иванке, Виктории Загородней и ее подруге Витке Клим. Еще приветик Лере Артюшиной, Варе Тужик, Кире Чулаевой. Ай, как же не вовремя Том врезался. Но ничего, давайте мы дадим ему еще одну попытку. А я продолжу передавать приветы Милане, Алине Стельмах, Руслану Бордюкову, Дарье Год, Марине и Вике Бондаренко. Также приветик звучит Ксюше Уваровой. Ай, как же не везет сегодня нашему Тому. Но зато наш Том вместе с удвоением золотых монеток заработал 48 золотых. И пока Том будет рассматривать свой подарочек, Анжела продолжает свою борьбу с вредителями желеек. И я передам еще несколько приветиков Диане Литвиновой, Кусе Кэт, Насте Олейник, Виктории Зайцевой, Настюше Мур, Насте Трошиной, Елизавете Новиковой, Маше Ларионовой и дедушке Валере. Ну а наш Том решил переодеться. И скорее всего оденет он гавайский костюм. Ну и конечно же снимет очки ботана, вместо которых оденет какие-нибудь очки поприкольнее.
Например, очки от солнца. Лично мне очень нравятся очки пилота. Да и Тому они очень к лицу. А давайте выберем Тому еще какую-нибудь прикольную прическу. И пока мы будем Тому подбирать прическу, я передам приветики Регине Салтабаевой, Валентине, Юле, Савелюк Милане, Ирине Пантюхиной, Виктору и Виктории Файрушиным. Также привет Адиль Маменову, Полине Гафинец, Даше Ивановой, Кэт Ксении, Диме Алексееву и Денису Юдину. Ну а мы Тому купили светлую эмо-стрижку. Ну а нашей Анжеле, по всей видимости, надоело сражаться с вредителями. И она вышла из игры, за которую заработала 78 золотых монеток. Кстати, нашей Анжеле не мешало бы тоже переодеться. Тем более, я видела у нее в гардеробе новый наряд. Ребята, как вам дизайнерский комбинезон от Moonstones? Правда, он просто потрясающий. Особенно мне нравится новая прическа Анжелы. И к ее новому образу, я думаю, отлично подойдут глаза аниме. В общем, ребята, пишите в комментариях, как вам новый образ Анжелы. Ну а наша кошечка, как всегда, в восторге от обновки. А наш Том тем временем решил немного перекусить. А давайте мы дадим ему что-нибудь некалорийное, ведь он у нас склонен к полноте. Поэтому мы дадим ему ягодно-фруктовый фреш. Ну а наша Анжела, подумайте только, ребята, могла выиграть аж 3000 золотых монеток. Но ей, к сожалению, не повезло. И чтобы она не расстраивалась, мы дали ей скушать яблочко. Кстати, ребята, я же вам забыла сказать, что у наших питомцев на вечер запланирована пижамная вечеринка, которой Том решил уже готовиться. Ну а Анжела решила сначала навести порядок на террасе, вернуть свой старый стол, вернее, самый усовершенствованный стол с романтическими свечами. Ну а Том тем временем решил принять душ. Кстати, ребята, как вам его новая прическа? А наша Анжела, похоже, вошла во вкус и решила сделать ремонт на кухне. Ведь согласитесь, новая мебель всегда лучше старой. А Том наш молодец, он уже одел пижамку для вечеринок. И отправляется в гостиную, где его поджидает подарочек. Ну а Анжела наша переместилась в ванную комнату, в которой решила почистить зубки. Ух ты, а нашему Тому повезло, и он выиграл 6 кристалликов. Давайте мы его немножко приласкаем, ведь он, как все питомцы, очень любит ласку и заботу. Ну а Анжела тем временем решила по-быстренькому обновить свою спальню. И сразу же она решила вернуть свою любимую лампу. Ребята, а вы поделитесь в комментариях, какая любимая лампа у вашей Анжелы? Эй, Том, ну ты, Соня, ну ты даешь, куда спать? А как же вечеринка? Ну что ж, ребята, видимо, нашему Тому не до вечеринок. Ну а наша Анжела тоже очутилась в постели, но не для того, чтобы спать, а для того, чтобы лучше посмотреть на свою работу. Ну а теперь давайте ее переоденем и оденем ей пижамку. Так, зимняя пижамка уже не в тренде, а вот пижамка-боди отлично подойдет. И обязательно снимем капюшон и сделаем ей прическу-хвостик. Какая же все-таки наша Анжела-милашка. Анжела, ну да ладно, давай лучше выйдем с тобой на террасу. Да, ребята, и мы не прогадали, ведь на террасе Анжеле подарок. А какой именно, мы скоро узнаем. Ну а я напоминаю, с вами, ребята, был канал Страна Игрляндия. Если вам понравилось видео, обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. А также подписывайтесь, кто еще не подписался. Ведь на нашем канале каждый день выходят новые и интересные видео. Ну а нашей Анжеле попалась пицца. Вот здорово, будет чем угостить гостей.
И надеюсь, что Том к тому времени, когда придут гости, проснется. Ну а наша Анжела пошла встречать гостей.